Здравствуйте. Ну, как известно, на днях был в аэропорту Звартноца задержан Александр Лапшин. Да-да, вы не ослышались, на этот раз уже в Ереване. Было очень много разных толков, что это было сделано по запросу Азербайджана. Я сам выходил в эфир, по-моему, об этом говорил. Ну, я, по-моему, говорил даже по запросу Азербайджана и Беларуси. Были толки о том, что вообще не было никакого запроса, что-то у него там с документами не в порядке. Но я вот все-таки решил пригласить Сашу к нам в эфир, чтобы он рассказал, что вообще там произошло и как так получилось, что им заинтересовались армянские пограничники. Причем после того, это, насколько я понимаю, это его первый въезд на территорию Армении, после того, как Звартноц покинули пограничники ФСБ России. Здравствуй, Саша. Здравствуй, Вадим. Ну, здравствуй. Я думаю, ты прольешь свет на все происходящее. Все-таки уже прошло, сколько там, 3 дня. И сейчас, наверное, больше мы можем узнать информации, что на самом деле произошло, почему тобой заинтересовались на этот раз уже армяне. Ну, прежде всего, насчет толков и слухов. Армения – это страна сказок, легенд и сплетен. Ну так гора Арарат рядом, Ной. Да, да, Вы же да, сами да, да. виноваты, вы у себя там устроили ливень, и он и приплыл к нам. Ну, типа того, да, получается так. На самом деле история совершенно простая, прозрачная. Меня действительно задержали. Запрос был официальный от Белоруссии. Меня задержали в аэропорту Звартноц. После чего, после всей этой процедуры, меня действительно освободили по указанию генерального прокурора Армении. Это все есть в новостях, это все официально. То есть тут как бы никаких домыслов нет. Но, Вадим, я прекрасно понимаю, что сколько бы генпрокурор не делал заявлений, сколько бы полиция не делала заявлений, все равно найдутся люди в Армении, которые скажут: Лапшин все это придумал и подкупил генпрокурора, полицию, и все это разыграли, чтобы обмануть бабушку Ануш. Вот, но бабушку не обманет никто. Ситуация вот какая. Знаешь, ну, все мы, кто состоит в оппозиции азербайджанскому режиму, мы все в той или иной степени находимся под определенными рисками. То есть мы все предполагаем и допускаем, что теоретически нас могут искать, нам могут устраивать какие-то провокации и так далее. По этой причине, например, я не езжу в Турцию, я не езжу в Белоруссию, откуда меня один раз уже поймали и выдали в Азербайджан. Я не езжу, например, в Казахстан, ну и так, в Пакистан и так далее. Грузию, наверное. В Грузию я стараюсь, да, в Грузию я не был с 2018 года, да. Понимаешь, меньше всего ожидаешь проблем, когда летишь в Армению. Армению, которая, ну, для тебя вот родина, для меня, можно сказать, мой второй дом. Да? Мой второй дом, где мне хорошо, где мне спокойно, где мои друзья, где я себя реально чувствую комфортно, мне здесь приятно. Меньше всего ждешь, прилетая в Ереван, что сюда дотянется мохнатая лапа Баку или Минска, хотя я их, честно говоря, не особо-то и разделяю. Та же хрень, но в профиль, условно говоря. И я подчеркну, что я говорю не про народы Беларуси, Азербайджана. Белорусы замечательные, добрейшие, культурные люди. Да и, в общем-то, говорить, что все азербайджанцы плохие, было бы, по крайней мере, неинтеллигентно. Но, тем не менее, мы имеем то, что мы имеем. Был подан запрос на мой арест Республики Беларусь. Это называется Кишиневская конвенция о правовой взаимопомощи, действующая только внутри СНГ. Больше нигде, только внутри СНГ. Значит, чем эта конвенция отличается от стандартного Интерпола? Ну, то есть все мы знаем, что такое Интерпол, да, то есть международная полиция. Чем отличается международная полиция Интерпол, которую все знают, от конвенции Кишиневской внутри СНГ? Отличается тем, что когда подается запрос в Интерпол, Интерпол занимается только уголовными вопросами. То есть убийство, кражи, изнасилование, наркоторговля, торговля людьми, ну и так далее, мошенничество в особо крупных размерах и так далее, и так далее. То есть, ну, какие-то явные вещи, которые можно вот почувствовать, да, руками, условно говоря. То есть Интерпол принципиально не занимается политическими преследованиями, и они не занимаются гражданскими исками. Ну, то есть, условно говоря, если меня кто-то оскорбил, это не значит, что его будет искать Интерпол.
Вот. Это четко прописано в уставе Интерпола, особенно что касается политических вопросов. Теперь в чем меня обвинила Беларусь? По 7 статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. 7 статей. Нет, Первое. подожди, подожди, подожди. Это уже тебе потом все это, наверное, зачитали после задержания, Да, правильно? да, да, Ты да, да. расскажи, как изначально все было это. А, конечно, конечно. Значит, мы прилетели из Болгарии. Я, жена и дочка. Идем на паспортный контроль в аэропорту Звартноц. Все мы знаем, как это выглядит. Там очередь такая, быстро, довольно-таки быстро очередь идет. Очень приятные армянские девушки, которые говорят, вам 10-й номер, вам 4-й, вам 6-й. Все мы это знаем. А, Как бы, они мне мне не тоже, казалось... кстати, нравятся. Да, очень симпатичные девчонки, ты прилетаешь, они тебе улыбаются. И, в общем, пограничники, как правило, ну, даже если они тебе не улыбаются, они очень корректны. Здравствуйте, до свидания, пожалуйста. Все нормально. То есть меньше всего ты ждешь, что ты нарвешься на жлобство вот там. Значит, мы подходим, первыми контроль прошли моя жена и дочка, им быстренько поставили печать, это заняло полминуты, наверное. И они уже проходят как бы за будку, там такой турникет сразу после будки, он открывается, они выходят, и я даю свой паспорт, у меня хорошее настроение, я говорю пограничнику «бар эфдзес», стараюсь сверкнуть своими познаниями скромными в армянском. Он мне тоже отвечает «бар эфдзес», а потом что-то пошло не так. Пограничник внезапно встает и уходит куда-то с моим паспортом. Ну, у меня уже включается аларм, 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 да? Уже что-то не так, что-то не так. Когда-то со мной все это было, но, возможно, это было в другой жизни. Я имею в виду, когда меня задержали в Белоруссии по запросу Азербайджана. Он убегает. Он убегает не на 1 минуту, не на 2, не на 5, даже не на 20. Он убегает примерно минут на 30-40. И все это время вот я там стою. Далее происходит следующее. Подходит подполковник, начальник смены, и что-то мне говорит на армянском довольно в грубой форме. Причем он говорит и вот пальцами вот так вот крутит. То есть он мне вот так вот, вот так вот мне в лицо пальцами. И что-то говорит на армянском. Я говорю, извините, пожалуйста, я, к сожалению, не говорю на армянском языке. Вы можете сказать на русском или на английском? Он продолжает что-то говорить, показывает знаками куда-то. Я улавливаю слово «давай», «давай» и машет рукой, типа куда-то ему давать надо. Я ему снова говорю, я так не понимаю. После этого он начинает делать знаки моей супруги, типа «уходи отсюда, давай, давай». То есть я ловлю слово «давай, давай». И что-то на армянском. Супруга отвечает, мы никуда отсюда не уйдем. Пока муж не пройдет границу, мы все вместе. У нас тяжелые сумки, мы все вместе, мы никуда отсюда не уйдем. Проскакивает слово «арест». И, знаешь, моя дочка, которая армянский знает лучше на всех в семье, потому что она у нее куча армянских подружек. Да. Вот. И она говорит, этот вот дядя, который пришел, вот дядя, который толстый, сказал дяде, которому худой, а худой, видимо, в будке был, что что-то тебя надо арестовать. Но дочка, ну, не на 100% знает армянский, ну, так, в общих чертах. Ну, по сравнению со мной, который уловил только «давай» и «арест», она смогла сформулировать фразу. То есть она у нас умничка. То есть она знает армянский лучше, чем вот этот вот начальник смены по-русски говорит. Ну, видимо, да. Но он не знает ни русский, ни английский. Я вообще поражен. То есть аэропорт – это, так сказать, врата страны. Это первое, что турист видит, прилетев в Армению, ну, в любую другую страну. Когда он сталкивается с начальником смены, который не может двух слов связать ни на русском, ни на английском, в Армении, ну, ты знаешь, ну, возможно… Возможно, на его месте должен быть кто-то другой. Но я, опять же, не берусь судить, это чисто мои предположения. После этого я ему говорю, извините, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, вы кто? И он начинает прятать бейджик, у него бейджик там с именем, и он начинает отворачиваться от меня. То есть он боится, что я прочитаю, как его зовут. Я говорю, подполковник, что вы делаете? Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Назовите ваше имя, фамилию, должность и скажите на каком-то понятном языке, что вам от меня нужно. После этого, значит, он от меня просто убегает. Но вел он себя очень по-хамски. Он крутил в лицо пальцами и жене тоже. Он вот так вот махал руками. Он что-то кричал. Он что-то кричал на армянском. Понимаешь? Это все выглядело как полный бред.
После этого, когда я, видимо, к нему прицепился слишком плотно, покажите ваш бейджик, покажите ваш бейджик, куда вы убегаете, он от меня реально убежал и закрылся в кабинете, где написано там иммиграционная служба. Полная дурь. После этого вокруг меня стали крутиться другие пограничники, ну, пониже чином. Какие-то сотрудники охраны, у которых security тут написано. Какие-то сотрудники охраны. Один мне говорит, иди сюда. Этот говорит, иди туда. Этот пытается забрать сумку. Тот говорит жене, вы не стоите тут. Мне говорят, пройдемте туда на 5 минут, а другой меня при этом тянет в другую сторону. Ну, короче, абсолютный бардак, абсолютный бардак. Ну, если начальник не может двух слов связать ни на русском, ни на английском, мычит и машет руками, то чего ждать от простых прапорщиков, да? Вот. Единственное, что меня выбило, ну, как бы это еще можно было терпеть, но что меня абсолютно вышибло из колеи, тот пограничник, который ушел с моим паспортом, он позже вернулся в будку и сказал мне, чтобы я отошел и не мешал ему работать. Я сказал ему, что происходит? Говорю, вот вы вроде говорите на русском, что происходит? Говорю, там запрос на арест от Азербайджана, и он говорит, да. Вот я как только услышал вот это вот, да, ну я так и предполагал. Я тут же, ну у меня включилось уже чисто на эмоциональном уровне, включилось вот подозрение, что сейчас что-то плохое будет. Либо они меня сейчас отвезут в тюрьму, либо они меня как-то, я не знаю, выкрадут куда-нибудь, перебросят на российскую базу. Ты реально думал, что они могут выдать тебе Азербайджану, если это действительно был не бы то, запрос? Не то, что Азербайджан, не то, что Азербайджан, но ты помнишь, что случилось в Армении месяца 2-3 назад, когда посреди Гюмри российские военные выкрали релоканта. Да, но их же сейчас нет в Ортноце. Ну, тем не менее, то есть вот эти странные схемы, что человека похитили посреди Гюмри, засунули на российскую базу, а через 2 дня он оказался в тюрьме в Ростове-на-Дону, понимаешь, вот эти вещи, они у меня очень хорошо в голове сидят. И мне трудно сходу сообразить, какой у них мог бы быть сценарий или не мог. Вот сейчас, ну да, когда это я сижу стресс, в квартире, согласен. Да, у меня приятный стакан чая с папиком и татиком. И вот знаешь, вот в этот вот момент я себя чувствую лучше, чем в тот момент. Просто надо представить это состояние стресса. Да? А как ты думаешь, зачем он это тебе сказал, что это был запрос Азербайджана, если это не так? Я не понял. Я не знаю, почему он так сделал. Там был еще один человек. Как уже теперь я понимаю, это был сотрудник службы безопасности. То есть security. Это не пограничник, это не полицейский. Но в какой-то момент тебе трудно разобраться. У них разная форма, но они все при форме. И мне сказали, ха-ха, говорит, значит, Пашинян тебя хочет сдать Алиеву. Это была шутка, насколько я понял. Но понимаешь, в таком положении это не смешно. Это глупо. Значит, что я делаю дальше? Я понимаю, что надо идти ва-банк, потому что если я сейчас не предприниму что-то такого серьезного, то это может кончиться плохо. И я начинаю орать. Я просто начинаю орать громко на русском и на английском, а там огромная толпа людей на паспортный контроль с 3 авиарейсов. Я начинаю орать. Уважаемые пассажиры и гости Армении, сейчас меня пытаются похитить и вывести в Азербайджан. Возможно, это будет переброшено через российскую базу в Эребуни. Уважаемые туристы, снимайте меня, фотографируйте, информируйте всех, что здесь сейчас произойдет преступление. Я просто ору, вот реально ору. И я это делал 2 раза. Ко мне опять побежал этот подполковник. Стал опять мычать, кричать. И из его слов я услышал, что они, ну, арест, типа, мы тебя арестуем. Ну, не арестовали. Я ему ответил, наденьте наручники прямо при всех, можете меня избить прямо посреди зала, пусть вас все тут фотографируют, все узнают, как в Армении относятся к туристам. После этого он опять убежал. В общем, это происходил полный бардак, и продолжалось все это суммарно где-то час-10. После этого появилась уже полиция. То есть это были пограничники и какие-то охранники. После этого появилась полиция. Там был какой-то майор. И я должен сказать, что полицейские себя вели намного лучше. То есть полицейские были... Они, во-первых, прекрасно объяснялись на русском. Я думаю, они смогли бы на английском в той или иной степени объясниться. Во-вторых, ко мне подошел майор и просто сказал, говорит, Александр, говорит, мы вас все знаем. Мы вас все уважаем.
Говорит, у меня вам, к вам очень большая просьба. Говорит, вот нас сюда вызвали, потому что сказали, что вы тут выстраиваете балаган, и черт знает, что творится, вы пугаете людей. Тут перепуганные туристы уже звонят и боятся, не понимают, что происходит. Кого тут куда выкрасть хотят, в какой Азербайджан? Говорит, это прекратите то, что вы делаете, это, говорит, вы неправильно делаете. Говорит, мы сейчас с вами спокойно, без криков, без эмоций, пройдем в отделение полиции. Оно находится рядом с аэропортом, он сказал, 200 метров. Говорит, я обещаю, что я вас не собираюсь похищать и вывозить в Ростов-на-Дону. Я ему просто сказал, что людей похищают, вывозят в Ростов. Он говорит, я клянусь, говорит, я не собираюсь вас никуда вывозить. Он говорит, мы сейчас спокойно пройдем, мы оформим протокол, и вы пойдете домой. После этого там еще получилось так, что возле меня оказался, ну, приехал один из сотрудников СНБ Армении, которого, скажем так, я знаю. Я знаю этого человека, я с ним общался года три назад, когда была неприятная история. Ну, здесь, в Армении, мне угрожала опасность, и меня СНБ предупредила, что рекомендует мне временно покинуть Армению. И это тот самый офицер СНБ, которого я знал. Он пришел, мы с ним даже обнялись. И он сказал, Александр, вот я пойду вместе с вами, говорит, я клянусь вам, с вами ни один волос вашей головы не упадет, вы будете сегодня ужинать дома. Или, говорит, хотите, я вас приглашу на ужин вместе с моей семьей. Говорит, я клянусь, никаких проблем не будет. И тогда мы всей семьей туда пошли. Вот ты понимаешь, это был совершенно другой подход. Вот вообще нормальный человеческий подход. Они сказали, Александр, извините, но такая процедура. Это не против вас, это не против кого-то. Это просто такая процедура. Говорит, мы все плохо относимся к Лукашенко. Поверьте, вот честное слово. Значит, мы пришли в отделение полиции. Там было много полицейских в штатском, на форме и так далее. Потом туда подъехали, ну, трудно сказать, от 30 до 50 человек группа поддержки, которые ребята просто стояли. Там были и политики, и журналисты, и наши общие друзья, и из еврейской общины приехали ребята. Ну, в общем, все это было серьезно. Теперь что происходило внутри, где я просидел еще 2 часа? Значит, пришел следователь генпрокуратуры, который сказал, сейчас мы будем оформлять протокол. Но до протокола так и не дошло. Значит, позвонил секретарь генпрокурора Армении, и сказал меня просто отпустить без всяких протоколов. Ну, просто вы просто сидели, ждали этого звонка. Просто сидели, ждали. Саш, ну, за это время... Согласись, вот все-таки красавцы. Честно говоря, я знал, что отпустят, потому что ну, не было еще такого случая, чтобы Армения задержала кого-то и передала третьей стране. Ну, не было еще такого. По-моему, я тебе даже об этом написал. Я говорю, я уверен, что тебя отпустят, вопрос времени. И ты потом... Ну, вот 4 часа. Да. Ну, тем, конечно, неприятно. Мне ужасно было бы неприятно, если бы я прилетел в Армению и по запросу там какого-то Лукашенко, я не знаю, кого там, Ясера Арафата, еще кого-то, меня бы задержали бы и держали бы не то что 4 часа, а хотя бы полчаса. Я приехал на свою историческую родину. Я 11-й год веду войну, информационную войну, всю эту атаку на себе отражаю. В пользу Армении я это делаю. И мне, естественно, было бы неприятно, если бы меня задержали по, значит, по звонку какого-то там чиновника из страны, причем вражеской для Армении страны. Вот я честно говорю, мне было бы неприятно. Но, опять же, я скажу и другое, что Армения поступила очень хорошо, она действительно идет демократическим путем, теперь я 2 руками за. Да, возможно, есть какие-то еще огрехи, потому что это только еще переход от постсоветизма к настоящей демократии, да. Конечно, погрешности будут, и, возможно, и не один год будут, но, тем не менее, то, что произошло, это и уроком будет им, и я думаю, что мы должны быть все спокойны, что в случае чего нас просто так вот не выдадут третьим лицам, каким-то там уродам, которые хотят нас у себя видеть на своей земле. Я так понимаю. Да, еще, да, Вадим, ты совершенно прав. Еще бы я хотел подчеркнуть, что в отличие от начальника пограничной смены, который фактически спровоцировал весь этот скандал, ведь, Вадим, ты понимаешь, все эти публикации,
в СМИ в огромных количествах появились только по вине вот этого подполковника, начальника пограничной смены, именно пограничной, который устроил скандал на пустом месте. Потому что это скандал на пустом месте, его не должно было случиться. Он мог спокойно подойти и сказать: Александр, все нормально, мы вас знаем, есть процедура, мы сейчас быстренько оформим протокол и поедете домой. Не было бы ничего, не было бы ни криков, ни скандалов, раньше, ни выступлений. Может не было быть, он был раньше начальником границы между армянскими марзами, а тут его поставили на международную. И он действительно научился говорить только по-армянски, то я, наверное, удивлюсь, если он вообще грамотно говорит по-армянски. Я не знаю, откуда его там взяли, и я считаю, что он должен понести наказание. Не потому, что не знает русского языка или английского языка, а потому, что он вообще не знает своих обязанностей. Ты знаешь, Вадим, сегодня произошла интересная вещь. Я сегодня шел по Еревану, и мне навстречу два мужчины, которые меня узнали. Оказалось, они тоже офицеры в пограничных войсках Армении. Они смотрели все новости, они смотрели мои выпуски, они говорят: а мы знаем этого подполковника. Они назвали его имя и фамилию, я сейчас не буду повторять, ну зачем это нужно. И сказали, что это сынок какого-то начальника, которого просто туда пристроили на горячее место. Ну и место, что он требовалось живет... доказать. Ну вот, они сказали, ну они его знают, говорит, редкой гадости тип. И говорит, когда ты на него наехал, говорит, ну прямо мы... Вот прям, говорит, кайф, ну наконец он нарвался. Вот, а дальше, что касается обвинений Белоруссии. Да. Обвинений по 7 статьям. Первое, оскорбление чести и достоинства президента Республики Беларусь. Уже указывает на политический заказ. Второе, клевета против высших лиц государства. То есть то, что я говорю, что Лукашенко коррумпированный жестокий диктатор, это, видимо, клевета и оскорбление его чести и достоинства. Значит, призывы против демократически избранного руководства Белорусской Республики Беларусь. То есть Лукашенко, он демократически избранный, вот он всерьез в это верит. Ну и так далее, и так далее. То есть заказная политота. Значит, когда я находился в полицейском отделении, мы с полицейскими очень даже по-дружески общались. Я говорю, друзья, я их так называю, говорю, друзья, ну реально, они очень приятные ребята. При том, что они старшие чины, майоры, подполковники, полковники. Я говорю, друзья, ну вы же, говорю, умные люди. Ну вы же видите сами эти обвинения. Вы, говорю, в своей жизни, говорю, наверное, что только не повидали. Вы считаете, это вообще нормально? Они говорят, Александр, говорит, ну, блин, если бы мы думали, что вы преступник, мы бы с вами ну, не так общались и не в этой обстановке. Говорит, поверьте, мы тут встречали и наркоторговцев, и убийц, и насильников, и мошенников. Говорит, ну, извините нас, пожалуйста, ну, такая процедура, мы вас должны сюда привести. Вот. После этого позвонили из Генпрокуратуры, и конкретно Генпрокурор Армении распорядился вообще ничего не писать, ничего не оформлять, просто пусть идет. Для меня остался открытым вопрос того, что прилетаю в следующий раз в Армению, а запрос-то от Беларуси, он никуда не делся, он продолжает там висеть. И я им задаю вопрос, то есть я прилечу, например, через месяц, мы повторим как бы вторая серия, что ли, второй сезон этого сериала. Ну, они мне сказали, ну, Александр, говорит, это мы ничего сказать не можем, говорит, мы полиция, да, вот, но единственное, что мы можем сказать, что мы второй раз вас тоже отпустим, вот, но что тут можно сказать, я попытался высказать свое мнение, говорю, ребят, смотрите, Армения идет в сторону Запада, Армения пытается интегрироваться как-то в сторону вот европейских ценностей, Армения пытается наладить какие-то демократические принципы здесь. Это все замечательно. Я говорю, ну посмотрите, а на пустом месте зачем устраивать скандалы? Армения должна выйти из СНГ, должна выйти из ОДКБ. Это, кстати, то, о чем говорит правительство Армении сегодня. Армения должна выйти из этого позорного договора, вот этой Кишиневской конвенции, не арестовывать людей, даже не дергать людей по запросам террористических диктаторских государств. То есть, если вы видите запрос «Беларусь», Азербайджан, не знаю, Северная Корея, Туркменистан. Ну, как-то это вы видите полный бред. Туркменистаном говорю, смотрите. Попрошу. Мне еще доехать в Туркменистан. Очень хорошие люди. Привет, Ашхабад. Скоро буду. Да, Вадим. Что-то меня занесло куда-то не туда. Ведь я тоже хотел в Туркменистан. Читаем Рухнаму. Самая главная книга года. Рухнама. Да, да, да. Вот, и я им говорю, ведь смотрите, прежде чем запрос на мой арест
попал в компьютер пограничника. Ведь он же прошел через какие-то структуры Армении, через прокуратуру, через руководство полиции. Он же не сразу падает в армянский компьютер. То есть какой-то армянский чиновник просто скинул на меня розыск, даже не включив голову и не подумав, что это политический заказ. Из-за этого, смотрите, какой скандал случился. Везде пишут про Армению, что в Армении арестовывают тех, кто... Причем версий миллион уже. И за Карабах меня арестовали. И то, что я якобы борец с режимом Лукашенко. Говорят, это все идет против интересов Армении. Зачем вы это делаете? И что они мне сказали? Говорит, Александр, вот мы по всем пунктам с вами согласны. Вот реально по всем пунктам. Саша, ну поверьте. Да. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Они реально серьезно думали, что армяне тебя арестуют и отправят в Минск? Ты знаешь, вот интересный вопрос. Я предполагаю, что они надеялись, что я полечу не в Армению, а куда-нибудь в другую страну СНГ, где меня возьмут под белручки. То есть, если бы я сейчас полетел, ну, чисто абстрактно, я говорю, допустим, в Ташкент, а ведь запрос висит по всему СНГ, не только в Армении. По всему СНГ, это мне сказали полицейские. Он и в Москве висит, и в Алмате, и в Минске, и даже в Киеве. Ну, Украина сейчас немножко... Подожди, а когда он появился, этот запрос? Ты же был до этого в Болгарии. Я думаю, он появился целенаправленно, ну, может быть, либо в День независимости Армении, то есть вчера, это все вчера случилось, либо прям вчера это случилось, либо, может, за несколько дней до того. То есть болгары этого запроса не видели у себя, когда ты пересекал Крым? Нет, абсолютно, потому что болгары, ну, как и весь Европейский Союз, США и прочее, они работают только через Интерпол. А Интерпол все такие вещи сразу отметает. То есть, если бы я кого-то убил, не дай бог, да, меня бы задержали что в Болгарии, что в Германии. Но если меня обвиняют в том, что я оскорбил какого-то президента диктаторского государства или даже не диктаторского, например, я могу сказать, что я считаю, что Трамп коррумпирован. Ну и что? Да всем наплевать вообще, что я считаю. Это не значит, что меня не пустят в Америку или арестуют. Я могу думать и говорить... А Нетаньяху? Абсолютно. Я считаю, что он коррумпированный, я считаю, что он плохой, я считаю, что он должен сидеть в тюрьме. Я тебе уверяю, что никто мне слова не скажет никогда. Вот, вот в этом разница демократической страны и недемократической. Вот. То есть Армения не должна влезать в эти конфликтные ситуации и не должна вестись на розыски, которые рассылает такая страна, как Беларусь. Понятно. Ну ты теперь разжевал, как бы. Вопросов-то и нет у меня. Наверное, вот знаешь, вот еще можно что упомянуть. Кто за этим, за всем стоит? Почему это случилось? Я что, больше всех критикую Лукашенко? Да по большому счету мне до него дело нет. Ну, я думаю, за эти, учитывая, что это случилось в Армении, именно с Армении началось, я думаю, за этим стоит, ну, логично было бы предположить, посол Белоруссии в Армении. Абсолютно верно. Александр Конюк – это посол Белоруссии в Армении. Это бывший генеральный прокурор Республики Беларусь, который лично подписал приказ о выдаче меня в Азербайджан из-за поездки в Арцах. Тогда он был генпрокурором, когда я был арестован в Белоруссии. В нарушение решения Комитета по правам человека ООН, который запретил меня выдавать, потому что посещение Карабаха не считается уголовно наказуемым преступлением с точки зрения международного права. Тем не менее, в нарушение он меня выдал. И более того, после того, как я получил резолюцию антибелорусскую в ООН и решение ЕСПЧ, где и арест, и экстрадицию, и покушение на убийство, и пытки в Баку, все это признали незаконным, и Беларусь и Азербайджан должны мне платить деньги, они, ну, естественно, мне не заплатили, но это просто, как сказать, это унизительно, когда ООН принимает резолюцию по одному отдельно взятому Лапшину против Беларуси. Такого, ну, я не знаю, если такое и было, но это единичный случай. Естественно, что они на меня затаили обиду, ну и Конюк решил мне отомстить. Вот такая вот месть Конюка. Но он сейчас находится в Минске, да? Да, поскольку потому сейчас что Беларусь дипломатические отозвала отношения. Своего посла. Да. Он был здесь почти 4 года. Вообще, я считаю, что это стыд и позор для Республики Армения такого человека здесь держать. То есть он мало того, что выдал меня за посещение Арцаха, дело даже не во мне, не в этом дело. Он персона нон грата в Европейском Союзе США, потому что в июле-августе 2020 года он руководил разгромом мирных протестов против
незаконных президентских выборов в Беларуси. И десятки белорусов погибли, я насколько знаю, больше 100, а тысячи оказались в тюрьме, и он руководил этими карательными действиями. И из-за этого все его счета за границей в офшорах арестованы. Он, кстати, очень богатый человек, как и все честные прокуроры Беларуси и Азербайджана. Они все очень богатые люди. А скажи, но почему-то ты, в Армении... Вот он, когда он был в Ереване, и ты был в Ереване, я так даже... Помню, что вы сталкивались на одной площадке. Вот ты, как старый масадовец, мог пойти к нему, может быть, там поговорить, где-то что-то, ну, помириться. Не было таких мыслей? Ты знаешь, ты совершенно верно упомянул этот случай. Это был, если не ошибаюсь, то ли ноябрь, то ли декабрь 2019 года. Меня пригласили на туристический форум, который проводился в Ереване. Честно говоря, я не знал, кто еще будет спикером на этом форуме. Я знал, что только я буду. Когда я туда пришел, оказалось, что у нас там порядка 5 человек. Среди них был посол Индии, нам с тобой известный. Был, кажется, представитель там то ли от Казахстана, то ли ну, какой-то бывшей Советской Республики. Были организаторы. И был Александр Конюк, прокурор Республики Беларусь. Но честно тебе сказать, я не знал, как он выглядит. Я же его никогда не видел. Ну, я знал, что он Конюк. Ну, да, но я не знал, как он выглядит. Поэтому, когда началось вот открытие выставки, нас всех пригласили на такой, ну, типа, выступление перед публикой. Да? То есть там стояли камеры, там были журналисты, и мы туда все выходим, и нас всех представляют. Вот это, значит, посол Республики Индия, такой-то, такой-то. Это, значит, посол там, допустим, Казахстана, такой-то, такой-то. И тут объявляют, а это посол Республики Беларусь, Александр Конюк. А то, что прокурора звали Александр Конюк, я-то это знал. И я стою рядом с ним. И есть эта фотография даже, где я стою рядом с ним. Да, я и вижу, когда его объявили... Да, это известная фотография. Я поворачиваюсь к нему, он поворачивается ко мне. Мы рядом стоим. Я говорю, Конюк. И он мне говорит, знаешь, сакраментальную фразу. Держите себя в руках. Я это не забыл. Вот и познакомились. Ну, в общем, других разговоров у нас не было после этого, когда закончилось мероприятие. Я дал интервью всем оппозиционным белорусским СМИ, плюс Радио Свобода и BBC, где рассказал, кто он такой, что он подавлял мирные протесты в Минске, что он за взятки, полученные из Баку, продал меня Азербайджану в нарушении резолюции ООН, запрещавшей меня выдавать и так далее. Ну, естественно, что он затаил обиду. Понятно. Ну и, видимо, вот этот... вот это задержание, я думаю, это было инициировано им, поскольку бывших прокуроров не бывает. Да. Что ж, Саш, спасибо большое за то, что прояснил всю эту ситуацию, рассказал все, что произошло с тобой на днях. Я действительно искренне рад, что так все случилось, исход сам. Я рад и за тебя, и за всех остальных в будущем, которые могут оказаться в подобной ситуации. У нас вот уже время истекает, поэтому... Вынужден с тобой попрощаться, потому что автоматически сейчас выключится. Ну, а я со своими зрителями еще увижусь скоро, через неделю, как обычно. До свидания.